середине мая, в конце мая, когда природные, ну, климатические условия позволят людей сюда привозить, и они будут здесь купаться, физические упражнения специально продуманные, хорошо сделано, вот, и людей привозят, ну, сейчас, видите, у нас 2015 год, идет такие события, а вот еще 13-12, мирное время, людей привозили со всей Донецкой области сюда. Здесь такой относительно спокойный участок пляжа, и чистый такой, вот, песчаный такой спуск идет, так, волнорезы стоят, спасатели стоят, вот когда в будний день смотришь, подъезжают там катера стоят, буйки и катера спасательные, ребята вот смотрят. Да я считаю, это по-человечески сделали, по-человечески хорошо сделали.